Подозрительный автомобиль остановили сотрудники автоинспекции на улице Восход. Причиной была рядовая проверка документов. Но то, что увидели сотрудники ГИБДД, подойдя к машине, заставило их более тщательно осмотреть и водителя, и само транспортное средство. Даяна Саитова с подробностями. Эту «Ладу» 10-й модели автоинспекторы остановили на улице Восход для обычной проверки документов. И заметили, что в ходе этой рядовой процедуры водитель стал сильно нервничать. Это и дало повод для тщательного досмотра. Впрочем, и состояние 23-летнего молодого человека автоинспекторам показалось странным. Они предположили, что он может находиться в состоянии наркотического опьянения. Это не ваша машина, почему вы переживаете? Сам молодой человек говорит, что не понимает, что тут вообще происходит. Мол, только открыл глаза, как увидел сотрудников ГИБДД, и не понимает, что они хотят. Знаю, я вообще спал сзади. А за рулем кого? Другой человек, что ли? Да. А почему подозревают, почему машину так обсмотрели? Не знаю, блядь, я так не знаю, просто. Чуть позже автоинспекторов сменила следственно-оперативная группа. Все вещества, найденные в машине, они отправили на экспертизу. И уже от ее результатов, итогов медицинского освидетельствования молодого человека будут зависеть дальнейшие процессуальные решения. Даяна Саитова, Нафиса Миниязова, Адель Мулахметов, вызов 112.